Привет-привет, ребята! Мы сейчас находимся в Нью-Йорке, в Нижнем Манхэттене, и за моей спиной два интереснейших здания этого города. Первое – это небоскреб Дженга, такое вот огромное-огромное здание. Мы сейчас там работали на 42-м этаже. Это здание, в котором каждый этаж – это квартира, и там по три балкона, несколько спален, в общем, все очень дорого-богато. И вам очень понравилось, я выкладывал в Инстаграме здание. Вот это. Это единственный в мире небоскреб без окон. Лишь только есть вентиляционные отверстия и все. Вот. И сами понимаете, у клиента нельзя было снимать, но я не мог удержаться и все-таки заснял вам вот это секретное здание с высоты птичьего полета, что правда у него нет окон. Давайте подойдем сейчас поближе и немножко его рассмотрим. Давайте рассмотрим, что он из себя представляет. Это такая бетонная конструкция с мраморными плитами. Здесь есть один вход, вот он. И действительно ни одного окна, только вентиляционное отверстие со всех сторон. Здание построено в период холодной войны 1970 года и спроектировано так, что она может выдержать, ну, не прямой, конечно же, атомный удар, но она может проработать в автономном режиме целых две недели после атомной или ядерной атаки. Ну, предполагаемый противник, я так понимаю, что это СССР. Это было сделано специально, что все равно Америке нужна связь, и эта связь действительно бы поддерживалась в этом здании. Да, потому что это узел связи. Как вот у нас, помните, есть такие на окраинах города телефонные станции. Вот это что-то типа того. У нас тоже, кстати, очень мало окон. Но здесь решили, что они вообще не нужны. То есть для такой безопасности сделано, блин, оно просто охрененное. Вот. Кто-то считает, что там находятся спецслужбы, которые прослушивают телефонные разговоры всего мира, но никто не знает, правда это или нет, и всякие такие мысли приходят в голову, потому что нет ни одной фотографии внутри этого здания. То есть, если даже погуглите, я не нашел. Если получится у вас, напишите, что нашли вы. А так вот. Такое вот монолитное здание с огромными потолками, там что-то там один этаж по 5 метров в высоту, то есть очень огромное, все утыканное аппаратурой, и войти туда без специального пропуска невозможно, так что наводит на мысль, такое здание, блин, охрененное, конечно. Но на дрончике бы полетать вокруг него, было бы тоже шикарно. Если кто-то хочет подарить мне дрон на день рождения, то напишите. Все, ребят, ладненько. Обед мой закончится. Пошел дальше мыть окошки. Давайте. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.